Добрый день! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я буду готовить плов в мультиварке. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также нажимать на колокольчик. Ну, а я начну. Для начала я включу мультиварку в режим жарки на 150 градусов. И пока она будет нагреваться до рабочей температуры, мы порежем лук и морковь. Возьмем доску и порежем одну большую луковицу. Есть, готово. Тем временем мультиварка уже нагрелась до рабочей температуры. И я налью сюда немного масла подсолнечного рафинированного, чтобы оно прогрелось тоже. И теперь, когда масло прогрелось, отправляем сюда обжариваться нарезанный лук. Распределим равномерно по поверхности. Есть. Отставим его в сторону, пускай он обжаривается. А тем временем я натру несколько небольших морковок. Есть. Теперь отправим морковку обжариваться вместе с луком в мультиварку. Перемешаем это все дело вместе. И обжариваем еще где-то минут 10-15. Тем временем, пока будет обжариваться наш лук с морковкой, я беру примерно 0,5 килограмма свинины и нарезаю ее небольшими кусочками. Готово. Теперь натрем на терку большой зубчик чеснока и отправляем его к лучку и морковке. Высыпаем. Перемешаем все вместе. Чеснок пустил отличный аромат. Далее берем нарезанное только что мясо и выкладываем сверху зажарки. Вот так вот. Солим это все дело. Где-то чайная ложка примерно. Вот так вот. Теперь черный перец. Я люблю, чтобы плов был остренький, поэтому я сыплю сюда много разных перцев. Красный острый перец чили. И немного перемолотой паприки. Также сюда я добавляю лавровый лист, горошек, перец черный, 1, 2, 3, 4, 5 штук, гвоздика, 3 штуки. И один душистый перец. Поливаю это еще раз маслом слегка. И перемешиваем. Обжариваем теперь это все дело где-то примерно полчаса. А пока оно обжаривается, мы подготовим наш рис для плова. Я беру 0,5 килограмма
круглозернистого риса. И теперь хорошенько его промою под холодной водой. Есть, готово, промыл рис. Он готов к дальнейшей загрузке его в плов. Но пока что продолжаем обжаривать мясо с зажаркой. Перемешаем все это дело. Ну и жарим дальше. Когда до конца обжарки мяса осталось 10 минут, я высыплю сюда чайную ложечку зиры и перемешаю. Обжариваем еще 10 минут. Теперь, когда мясо с зажаркой обжарились, не выключая режим жарки, высыпаем сюда подготовленный ранее рис и размешиваем его с мясом и зажаркой. Перемешав, я добавляю сюда чайную ложечку с горой куркумы, можно даже полторы. Это придаст нашему плову необыкновенный цвет и вкус. И перемешаем теперь вместе с куркумой. И теперь дадим обжариться всей этой массе вместе с рисом еще буквально минут 5. А теперь мы еще раз солим все это дело вместе с рисом. Где-то около столовой ложки, без горы. Вот так вот. И заливаем водой, где-то в 2,5 раза больше воды, чем было риса. То есть полкило риса, это была у меня чашка полная, и еще где-то вот половинка, вот так вот. Теперь перемешиваем, опускаем сюда 2 больших зубчика чеснока прямо в кожуре, закрываем крышку и отправляем в режим тушения на 1 час. Время пошло. Прошел час, и наш плов приготовился. Вот такой вот он получился. Можно накладывать и подавать на стол. А подавать сегодня плов я буду с соленьями, а точнее с квашеными бочковыми домашними помидорами. Они очень хорошо сочетаются с рисом. Приятного аппетита! До скорых встреч на моем канале. Спасибо за просмотры. Всем пока!